Приветствую всех. Сегодня хинкали. Будем с таким соусом кушать. Карбонара соус. Кетчуп лагерный я добавил. Вот. И добавим вот такого соуса, да? Вот так вот соуса. Побольше соуса. Чтобы они были сочные. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Сегодня взял хинкали, получается, у нас фирмы своя линия. Попробуем, бо я постоянно беру разные фирмы, пробую. Разные я имею в виду хинкали. Ну что, приятного аппетита! Также хлебушек. Я вареники, пельмени, вот такую всякую, как говорится, вкусную химию ем с хлебом. Вкусно. Сегодня взял после тренировки, да, зашел. ВТБ. Думаю, что-то давно не ел. Были там пельмени, там туда-сюда, но пельмени не стал покупать. Соус прикольный. Хинкали в упаковке 800 грамм. Были килограммовые, но думаю, возьму поменьше, бо свет выключают часто, чтобы ничего с ними не произошло. Особо так кушать не наготавливаю. В основном на пару раз покушаю, чтобы было чем сохранять их где, да? Хотя сейчас минусовая температура на улице, но все равно. Сытно получается у нас. Конечно, после тренировки все болит. Надо, наверное, несколько дней дать отдых телу. Хотя людей сегодня было мало вообще. Очень мало. Не знаю. Или... Хотя время около 11, да, 12 часов было. Я наелся. Всем приятного аппетита!
Ребята, напишите, кто какой фирмы хинкали кушает, да? Ну, то есть, кому нравится какой фирмы. Бо бывают такие моменты, что берешь неизвестную фирму, а потом продукт никакой. То напишите, какой фирмы вам нравится. Подписываемся на канал, кто не подписан. Ставим лайки. Жду комментарии.